И всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Настенька. Давайте ее поджарим фаерболами. Хи-хи-хи. Я тоже могу. А у меня сильнее фаерболы. С вами... Короче, играем в выживание с Турбо. модами. По катушке на драконах. Мы тут пытались замок построить для драконов. Пошли полетаем по миру, Настя. Ага. У меня вот Пошли... дракон какой-то Пошли вон на ту не гору. управляет. Очень легко приручить дракона, оказалось, в этом Майнкрафте. Мод О респаун. Ох, я выше облаков взлетел. Ох, я крутой. Еще Настенька Тоже. тут. Я Чу-чу-чу-чу. сзади там. Ай! Меня Я случайно помогают. выкинул меч. Хотел стрельнуть фаерболом, но выкинул меч. А-а-а! Я слез с дракона! Я умру сейчас! Ты умер? Нет? Да, блин, ужас. Сядь там, где я вещи потерял, я сейчас к тебе тпшнусь. Ой, вот я теперь наверху, я не знаю, как приземлиться. Все, я уже здесь. Ну, вещи. Ох, сколько вещей я тут просрал. Тут муравьи воруют А мои как мне вещи. приземлиться? Shift нажми. А, все. Смотри, сколько здесь Я муравьев. упаду. Ужас просто. Никто мои вещи не украл? Да вроде нет. Да. Так, одежда главная. Кирка. Меч я и так уронил, я помню, там куда-то. Да не, вроде все вещи на месте. Это мой дракон или твой? Это мой. А, ладно, какая разница, я пошел. Только я не могу... А, все, могу, нормально, все. Это мой дракон, а не твой. Ау. Это Все, вообще-то я и мой. меч нашел. Молодец. Кутя, 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 дракон, иди сюда. Иди сюда. Странно, у меня так подлагнуло. Серьезно, я слезла с дракона, потом Ты опять упала с сдохла него и с потеряла какого-то. вещи? Так, блин, я же слезала с него. Это лаг такой, баг, типа. Вон, ищи. Ты дура, блин, что ты меня бьешь? А, это муравей. Так, я на своего дракона. Давай, ищи своего. Где ты там его потеряла? У меня лак был. Я с него слезла, побежала домой. Потом я каким-то образом опять на него, на нем летала Я не могу найти и твоего упала. дракона. О, я вижу наш домик. Ой. Мы, оказывается, недалеко ушли. Так, ты где? Потеряшка. Блин, тут Еще. лавовые реки, лавовые горы, вообще. Ужас. А если мы телепортнемся в другой мир, дракон с нами поедет или нет, интересно? Не знаю. У меня титаниум О, нигет алозавр. есть. 3 штуки. Убиваем алозавров. Ты чё покинула игру? Нет, с какого? Я играю. Я убил алозавра драконом. Я тебя не вижу, где ты? Титаниум нигет у нее есть. А, вот твой дракон, я его нашел. Да, В принципе, там как? должны бы валяться. Твои вещи? Угу. Такой лаг произошел. Соединение потеряно. Я не вижу твоих вещей, к сожалению. Но дракон твой здесь летает. Еще в кого-то там стреляет. Крипера зажигает. О, алозаврик. Сжигаем, сжигаем. Ау! Меня кто-то бьет. А, скелетон. Так. А, вон я тебя вижу. У меня серьезно, я играю, потом пишет, соединение потеряно. У тебя с интернетом проблемы. Вон твой дракончик, лови его. А, вот он. А я тебя буду сжигать. Не надо. Ну ладно. Настика тупит по утрам, поэтому я с ней только ночью играю. Сегодня решил утром. Такс. А я по утрам
Блин, по утрам. По вечерам наоборот, что-то упоротая слишком. Блин. Бывает. Так, давай в другой мир переселимся. Какой? Не знаю, в какой-нибудь другой. Ты где, дома? Дома? Да, я думаю. А, меня атакует аллозавр. Дракон убил аллозавра. Видишь, какой молодец. Пошли домой. Я дома. А у нас двери нет. Да, жалко вещи. А что там можно было с адской звездой сделать, ты не помнишь? Нет, не помню. Ну, ее как-то, по-моему, пустить ее нужно куда-то. Зачем нам три двери? Все, мы в домике. Надо здесь лестницу поставить наверх. У меня всего две. Но зато вот здесь были лестницы, я помню. Ты чё опять застряла? Вот чёрт. Ты у меня как-то подлагиваешь. Это не я подлагиваю, это ты лагаешь. Потому что у тебя слишком много чего запущено на компе. А чё он здесь не ставит? А, всё. Ох. Залазь наверх, здесь прикольно. Где наши драконы, которые должны сражаться? А, Нету. летели. А, А, вот вон он. один. Давай, дракон, жарь всех. О, их два уже. Вон, зомбака жарит. Хе-хе. Прикольно. Да. У тебя муравейник есть? А у тебя, а ты опять Нет. просрала все вещи. Постоянно То так. из-за лагов. Какая разница из-за чего? Главное, что ты просираешь. Я слезла с дракона. Потом опять залезла каким-то образом. Фризит, по-моему. Все перышки нужны? Нет. У Нету, меня да? есть три титаниум нигет. Молодец, у меня золотые самородки. Всякие. Так, дракон тут надоел. О, золотые палки, это, по-моему, палки. А, стержень ифрита. Они, кстати, полезны. Для Из них чего? можно что-то сделать. А, Что-то. ну, это моды. Там крафт такие, как. Там эти Это твой стержни дракон, нужны. вот этот мой, по-моему. Кутю-кутю-кутю-кутю, как призвать дракона обратно? Я не могу на него А залезть. свинья. Ну, это говядина. Самка Возьми. свиньи. И он сам. И он сам прилетит к тебе. Вот он, кстати, на крыше. Это твой, наверное. Какая разница? На любого, наверное, можно. Нет, по-моему, только на своего прирученного. Слушай, пошли по миру. Телепортнемся в другой мир. Какой? Какой-нибудь. Я пошел искать муравейник. Давай. Тут скелеты хотят меня убить. Меня мой же дракон поджарил. Нормально. Бабочки летают. А, помнишь, мы босса убивали? Ну, думаешь, это мы убивали? Не. Помню, тебя там не было. Бабочка огромная-то. Это же я ее убивал. Тебя вообще не было даже близко. Ну, ее этот дракон убил. Угу. Тут дофига валяется этих. Кого? Мясо? Нет. Вот этих ураниум нигеты. А-а-а.
Только вот муравейник я не могу найти пока что. Но я его усиленно ищу. А тут какая-то трава растет. А это картошка выросла, приколись. Картошка. Кто любит картошку, дорогие друзья, напишите в комментариях. Ты любишь картошку? Очень. Даже Ну да. сильнее, чем лаву. Самое А прикольное, при я... чем здесь лава? Ой, я нашел муравьев. Только муравейника нету, к сожалению. И дракон за мной вечно ходит. Я тоже нашла муравейники, но тут муравьев нету. Возьми их быстро и домой. А, взять? Я их и ищу. А, тут есть муравьи, кстати. Тут они, короче, телепортнуться можно в мир, в плоский, короче. Где страшно-то? Не так уж и страшно, когда ты в фуловой броне. Ну, таким, Ну, как ты, где конечно, страшно. каракатица. Такие же, как ты. Ага, все, я на драконе. Сейчас я быстро найду дом. Ага, вот мой дом. Ты дома? Да. Молодничка. Я тоже дома. Давай, муравейник. Ты что, ты врешь? Кто был сожжен дотла, пока... Я в доме была. Где ты в доме, дура? Я в доме была. Я заходила в него. Ох, как мне ты бесишь. И У кто-то меня мой какие-то факел. лаги. В доме она была. И кто-то мои факелы щелкал. Была в доме, потом меня кто-то спалил дотла. То есть ты потерял... А даже твоих вещей здесь нету. Чё ты гонишь? Это лаги. Так, надо срочно искать новую девочку для съемок. Что-то Настенька тупит. Да что-то лагает Майнкрафт. Ой, Настя, ладно. Пусть лагает. Будем отдельно развиваться. Ты сама по себе, я сам по себе. У меня уже нервы не выдержат такой тупости. Ага, вот я нашел. В доме она была. Ты за километр от дома. Вот здесь муравейники посеяла. Вообще, я собираюсь новую рубрику на канале открыть. Это как бы игра массово с подписчиками. То есть, ну, не обязательно в Майнкрафт, можно в любые другие игры. То есть мы находим какую-нибудь хорошую игру, я нахожу. Ну и вместе попробуем в нее играть. Типа танки или еще что-нибудь такое. Какие-нибудь выживания в этих, ну, волшебных мирах с драконами и всякими. В общем, дорогие друзья, ждите на канале новые видео. Возможно, я объявлю. О, дракон со мной ТПшится. Отлично. Я в мире роботов, дорогие друзья. Будем здесь кататься на своих же драконах. Ну чё, деревня? Жгём! Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! Сжигаем деревню дотла. Тфу-тфу-тфу-тфу-тфу! Гори-гори ясно, чтобы не погасло. А где факел? Где огонь? Табличка. Овцы. Так, медленно прогружается мир, к сожалению. На драконе прикольно кататься. Она опять выходит из игры и заходит заново, да, Настя? У меня лагает, я не знаю. Я же тебе говорил, закрой все дополнительные программы, ты еще там умничал. Это не мешает, это торрент. Ну вот пусть лагает теперь. У нее огромная куча запущенных программ на компе, и она с этим еще и хочет видео снимать, и еще и в Майнкрафт играть. Конечно, у него будет лагать, причем очень сильно.
Главное, когда я еще и говорю, закрой это все, она как-то неохотно это делает и почти не делает, лишь бы избавиться. Иди сюда. Иди сюда, скотина. Эх. Взял порох, выкинул. Деревенечка. Чем торгуешь, чувак? Стоять. Стоять, носатый. Так, изумруды на алмазную кирку. У меня нет изумрудов. А ты чем торгуешь? Изумруды на яблочки. А ты? Шерсть на изумруд. У меня шерсти нет. Тоже шерсть на изумруд. А, пшеница на изумруд. Хреново. А ты чем? Изумруд на стрелы. Блин, хоть бы кто-нибудь нормальными вещами торговал бы. Пшеница опять. Ну, пшеницу можно собрать. О, зомбаки. Вот с этих красных птичек, если их убить, падает рубин. Но их убить очень сложно, потому что они шустренькие. О, белочка. Стоять, скотина. Сейчас догоню. Сейчас быстро догоню. Догоню, догоню. Ай-яй-яй. Ой, извини. Рыбу. А ты чё, тоже рыбу? Оуф, железные мечи. Прикольно. Хлебушки. Говорят, в новых версиях Майнкрафта будет такая фишка, что если ты берешь вещи у жителей из сундука, они на тебя злятся. Ты слышал об этом, Настя? Нет. Ты вообще в игре? Да, в Угу. игре. А чё ты молчишь? Рыдаешь себе в тряпочку. Угу. Что? Их свинину хочет поменять на изумруды. А ты чё меняешь? Охренел, что ли? Ты в мире роботов? Ага. А ты? Угу. Да ладно, что ты обижаешься? Я пошутил, не буду искать новую девочку. Заметно. Обижается, тут обижается. Я просто не люблю, когда так тупят. 13 изумрудов. Это ты сказал закрыть там все. Теперь... Тебе нужно было все закрыть, ты не закрыл все. Ты даже Я торы. закрыла некоторое. Вот именно. Я закрыла его. А надо было Я все. закрыла и торрент, и... Ой, я тебя вижу. Ты же в мире роботов. Угу. Стоять на месте, я сейчас тебя найду. Я в деревне. Стой на месте. Это значит стой на месте. Стою. Она стоит, это называется, крутится туда-сюда. Здорово! Да меня бесит Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт, не называй его так. Я бы дал бы тебе вещей, только у меня самого ничего нету, кроме железа. А, у меня седло есть? Я хочу покататься на свинке. Найди мне свинью. Ой, подвисло. Йо-ху-ху! Свинки. Что-то свинок нету. А у тебя тут дракон? Ну, где-то там. Может, потерялся вообще. Он что-то его давно не видел. Мне главное свинью найти или лошадь. Лучше свинью. О, белочки. Они от меня убегают постоянно. Не бояться. Ну, конечно.
Скворечно. О, свинья. Все, дорогие друзья, покатушки на свинаприори. Сейчас я уточку замучу. Ты знаешь, что такое свинаприора? Нет. Она не знает, что такое свинаприора. Эх, полжизни зря приора прожил. Знаю. Что такое приора? Лодка. Покатушки на лодке. Покатушки на лодке. Адскую звезду я выкидываю, наверное. Он мне нафиг не нужен. Ну да. Пески, песчаники, вот все это фуфло нужно выкинуть. Зачем мне стержни эти нефритовские? Тоже не нужны. Я пока не собираюсь ничего такого крафтить. Так, нужно создать. Но удочку. Они, в принципе, тут не нужны. Но удочка обычно. Есть. А удочка с морковкой? Да. А как она создавалась? А, вот. Удочка и морковь, по идее. Я потратил удочку и морковь. Йо-хо! Смотри, свинки на меня заагрились, прикольно. Так, надо седло на нее напялить. Я сейчас сделаю меч. Йо-хо-хо! А что она такая медленная? Давай, турундуй быстрее. У меня, кстати, муравейник есть, если что. Да мне все равно, я вот на свинке катаюсь. Чух-ч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 ух. Турбоёжик на свинке. Ля-л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 я. А куда он идет? Давай, свинья, быстрее. Что она такая медленная? Дракон. Лучше на овце катался. У меня расходуется удочка, когда катаешься, приколись. Ее ненадолго не хватает. Понятно. Давай, свинья, ну шуруй. О, лошади! А свинья что, не может двигаться в воде? Не знаю. Ну-ка, ее пнем. О, я тоже лошадь. Лошадей нашла. Как забрать у нее седло? А, все, убил. Я, кстати, ослов нашла. Ой, да ладно. Он осел. Сама-то осел. А как... А, лошадь нужно яблоками приручить же. А ослов можно приручать яблоками. Ну, собака жрет яблоки, но не приручается. Осел, козел. А мясо? Ой. Он меня скидывает постоянно. Уже темнеет. Все равно. Сейчас будут роботы. Когда у него любовь уже загорится, он надоел. У меня лошадь приручается долго. У меня такая пятнистая она. Ну давай быстрее, сердечки показывай. Уже надоело. Ой, все, роботы заспавнились. Я вижу. Никак не могу приручить эту чертову лошадку. Все, вроде приручил, что ли? Да, молодец. Седло нужно на нее одеть. Все. Я-ха-ху-ха-ху-ха-ха! Я-ха-ху-ха-ху-ха-ха-ха-ха-ха! О, сейчас дракон будет убивать роботов. Мою лошадку убили? Эти вонючие роботы с одного удара убили мою лошадку. Девочку еще замочили. От нее только туфельки остались. И можно кидаться. Бить. А ты что в доме здесь спряталась? От роботов. Тут, нет, в принципе, дракон может защитить. Он не защищает, он бьется об текстуры и умирает потихоньку. Да.
Он спалит всю деревню. О, робот приперся. Давай его замочим. Ой. Ой, мы его не Робот. замочим. Мне нужен более мощный меч. У тебя есть что-нибудь ценное? У меня есть меч из изумрудов. Нет. Руби нужен или аметист. Лучше руби. Ох, скелет на пауке, я вижу. Прикольно. Тут кто-то Бро. ел. Еще один скелет. Я утыкан как ежик, наверное. А нет, не сильно. Мне прям в висок воткнули стрелу. Ай-яй-яй. Да ты надоел, тупой. Твой дракон все летает и летает. Кто-то загриферил твой домик. Я в другой ушла. Ой, бомбочка. Вот эту бомбочку я люблю. Она шипит и взрывается. Сейчас долбанет. Давай, долбани. Еще одна приперлась. Ну, а чего вы не взрываетесь? Давайте, взрывайтесь, скотинки мелкие. Пуф! Апокалипсис. Будьте здоровы. Будь здоров. Так что, дорогие друзья, вы поддержите меня в коллективной игре подписчиков? Если я там зарегаюсь в какую-нибудь игру, вы пойдете со мной играть вместе? А прикиньте, напишут Дота! 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 Не, не Дота, какая-нибудь простая браузерная игра или клиентская. А-а-а. Что-нибудь попроще, у чтобы тебя, просто у чтобы тебя в голове пообщаться. две стрелы. Я знаю. Вот так, торчком. Твой дракон еще жив, а мой куда-то потерялся. Прикольный Ой, огородик. Давай здесь посадим что-нибудь. апокалипсис начался. А? Ах, я знаю, что надо сделать. Нам нужно найти очень крепкие блоки, чтобы дом отреставрировать. Это что за блок? Камень. Камень можно. Это? А, у меня изумрудов мало, чтобы сделать. Каменная плита. У меня один изумруд есть. Бабочка сюда приперлась. Не все. Окей, нафиг бабочка. Бабочка. Средняя такая. Бабусик. О, тут кирка и это есть. Я сейчас тебе кое-что подарю. Ой, спасите. Ты еще жива? Ой, твой да, дом... еще жива. Пошли к кузнецу. Ага. О, меня прям подкинуло. Че? Ой, смотри, что-то выпало черненькое. Туфельки это были. Что такое? Иди сюда. Туфли. Я в сундук скину кое-что, возьмешь себе. Туфли. Ну, я так все не нужно, я скину. В принципе. Шерсть всякая. Хоть надо изумруд у тебя? Сколько у тебя? Один. Ага, мало. Ну, надо. Можем я тпшнуться свекла... в мир кракенов. Давай в кракена. Иди сюда на выход. Кракены? Что такое крак? Взорвался, он уже убил муравья. О, он почти сдох. Давай его добьем. Давай. Я тебе с него помогу. Выпадет огромное количество железа, по-моему. Собирай быстрее. Вот, все. Собирай, собирай, собирай. Собрала Быстро некоторых. Себе сделай броню всю. Иди домой. Ай, бомба, бомба. Я его убил. В домик, в домик, в домик. Так. Так, что у меня есть? У меня есть два железных блока. Тебе надо, нет? Нет. Ну, сделай себе Три броню, раза говорю. Пять. За эти блоки. Сейчас сделаю. Сейчас я верстак поставлю. Робот еще один. Я его не могу никак убить. Твой дракон мне... А, он уже помогает мне. Он только все палит, наверное. Да вот. Нет, вроде помогает. Только все палит. Этот робот меня прям закапывает постоянно. Я только половину жизни ему отнял. У дракона убили. С него столько мяса выпало. Ой, Настя опять со скайпа пропала. У нее вечные проблемы со скайпом. Да, Настя?
Ох, они меня закопают сейчас, наверное. Ой-ой-ой. Да, вы надоели, чертовы роботы. Они меня закапывают, дорогие друзья. Связь плохая, говоришь? У меня из-за тебя... Конечно, если у тебя нормально работал бы. Мы сами понимаем, что ничего бы... А где второй робот, которого я почти убил? А, вот он. Давай, сдохни, 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 сдохни. Да сдохни же ты, блин, ты ел. Еще и мелкий пиздюк зомби меня мучает, приколись. А, они меня закопали. Как же трудно выживать в этом мире роботов. Еще как. Не, урон не наносят, они меня закапывают постоянно. Я не могу вещи собрать, которые выпали с этого робота. Потому что меня просто... Ох, меня еще и взорвал этот скотина мелкая. Они землю очень быстро копают просто. А, вот еще вещи чьи-то. Это твои уже вещи. Все, я убежал отсюда. Как он меня догнал-то? Ох, меня бластером шмальнули. Все, я спрятался, я в домике. Меня муравей еще кусать хочет. Все, кому не лень, меня кусают, убивают и закапывают. Еще и крипер. А-а-а! Крипер, ни хрена не няшка, спасаемся от роботов. Ух. Хорошо, что уже расцвело. Ох, как меня этот колобочек взорвал-то. Я аж подлетел на два сердечка. Побахнулся. Ты что постоянно заходишь, выходишь? М? Еще говорит, что у нее интернет хороший. Конечно. Ох, вот сюда я теперь. Это какие что-то там позакрывало. Ой, твоя тупость. Твой интеллект меня поражает просто. Ты надоел, скелетон вонючий. О, зомби-житель. Еще и два... Откуда у вас столько? Тут миллиарды зомби откуда-то нашлись. Не плачь. Я вообще в лаве тону сейчас. Нырну-ка я в лаву. А, она мелкая. Почему ты так считаешь? Ох, я под водой, под лавой ныряю. Нет, не умру. У меня вот лавовая броня просто. Кота. Да, еще там долго. Все, пойду я рыть дальше. Я нашел лазуриты, миллиарды прям. Мне же, фу. Я горю, и мне это неприятно. Когда же наконец это огонь стихнет? Я не тухну. Представь себе. А, все, потух наконец-то. С этой суперкиркой так хорошо копать. Удачи опять, да.
Это вообще ништяк, конечно. Хотя зачем? Алмазы не самый крутой. Всякие там аметисты бы найти. Руби. Ну, лучше уж. Чтобы ураниум, титаниум там скрафтить, нужно много ресурсов. Смотрите, какая скорость рытья. Просто офигенная. Может тебя к себе тпшнуть? А, тебя нету вообще в игре. Или выкинул опять из игры. Ну, вечно у него проблемы, конечно. Угу. Перезапусти комп, умная, если это из-за программ. Она закрыла торрент и вот эти программы майловские на скачивание. Я же говорю, я поражаюсь от ее тупости. Нет, не хватит. Блин, я нифига не нахожу. Только красная пыль. У меня звук пропал. Настя. Почему у меня в Майнкрафте звука нет? Дай-ка на секунду отключимся. О, появился звук. Походу все проблемы из-за Насти. Надеюсь, это не так. Что за пещера? Кто-то здесь шипит. С этого мира. Угу. Ох, данж. Я нашел данж. Ой, ядовитые паучки. Ой, они меня могут еще и отравить. Не знал. Так, пошли дальше, посмотрим, что там. Вот тут и всего.
О! Зеленая хрень. Что это такое вообще? Какие-то призраки, ребят. Они вообще бессмертные, что ли? Ой, тут столько ценных вещей. Короче, надо отсюда выбраться и отойти. Выкинуть все лишнее. Сдохни же, сдохни, сдохни. Посмотрим, что с него выпадет. Уголь. Да ну нафиг. Все, подохли наконец-то. Ой, что за белые блоки? Кварц. Ты кто меня стреляет постоянно? Эх, столько бесполезных вещей здесь, вообще ужас. Давайте их подберем. Так, яйца спауна мы нашли. Барсик какой-то. Давайте посмотрим, что за барсик. Но для начала нам нужно факела. Yeah.
Так, все осветили. Отлично. Вот сюда мы будем скидывать весь мусор. Так, вот это все нафиг не... Ну, изумруды еще нужны. Что у нас лишние факела? Вот это все. В хлам, мусор, мусор, мусор. Мусор, мусор. Что у нас еще тут? Ну, удочка тоже нафиг не... Железные булки еще пригодятся. Еда тоже пригодится. Ну давай, ты мусор. Ты тоже мусор. Ты тоже мусор. Грань. Ну давайте лучше. Так, давайте начнем спавнить барсика. Что за хрень? Хрень. А вот это кто такой? И кусайте, ее кусайте. Это что за Water Дракон? О. О, с него лопата выпала крутая. Так, а где барсик? А, вот барсик. Хренов барсик! Здоровый какой. Он не умирает. Я его не могу... А, все. Ему нужно в хвост бить. Он меня бьет. Ага. Ему нужно в определенных... Ох. Смотрите, он... Такой вот. С него изумруды падают. Прикольно. Вот еще один барсик. Ах, я его не могу ударить. Ни в хвост, ни сюда, ни сюда, ни сюда, ни сюда, ни сюда. Есть, завалили. Он опять отравил меня. Но с него выпало неплохое количество ценных вещей. Кирка, мотыга, все такое. Прикольно. Давайте еще одного барсика создадим. Ой, опять она появилась неудачно. Давай, умирай, умирай, умирай. О! И что, стал каким-то отравленным? Смотрите, какая-то интересная фишка. Дофига изумрудных вещей. Вообще, Настенька все соберет. Нифига не собирает и не отвечает. Ох, ох, ох. Собирай вещи, чё стоишь? Да ты мне наоборот помешала. На, одевайся. Супер шмотки. Супер кирки тебе. Вот все, что тебе нужно. Барсики. Я его барсиком называл. Это яйца спауна. Вот тут еще много вещей. Йо-хо, прикольно. Так, ну давай на этом закончим серию. Настенька, ты где? ТП-6. Ну все, ох, какая красивая это стало. Смотри, сколько там вещей. Ой, вот здесь. Ну все, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Турбоежик и Настенька. Выживание с модами, с динозаврами, с роботами, с барсиками. Вообще совсем подряд.
Кое-как мы выжили. Слава богу, мы не так часто умирали, как могли бы. У тебя боты есть? А, боты есть. Все, в принципе, все, что можно, я тебе дам. Могу еще мечтать. У меня 45 изумрудов еще. У меня еще супер меч на откидывание, смотри. Он тебя поджигает. Ладно, всем пока.